хадис и кудси – это самая высшая степень достоверности хадиса. Хадис и кудси – это слова Аллаха. Не уже не слова посланника Аллаха, не действия, не действия пророка Мухаммада, алейкум, а слова Аллаха через усты пророка Мухаммада, саллаху алейхи Аллах говорит. Это самая высшая достоверность хадиса. Мы сейчас его прочитаем, потом переведем, и потом, иншаллах, разъясним этот хадис. Бизнес Аллахи, في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: ان الله قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبد بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني ل... لا إن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته رواه البخاري الله سبحانه وتعالى говорит через усты посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم я бы хотел братья мои чтобы мы сердцами прослушали этот хадис и потом уже когда мы будем с вами размышлять над этим хадисом, разъяснять, приводить другие далили к этому хадису из Корана и Сунны, чтобы мы прочувствовали, являемся мы, какое-то отношение мы с вами мы имеем к этому хадису или нет. Если имеем, альхамдулля. Если мы не имеем к этому отношению, к этому хадису отношения, то постараться после этой пятничной проповеди, после этого сегодняшнего дня, постараться приблизиться хотя бы на 5, на 10, на 20 процентов к этому хадису. Чтобы быть из числа этих людей. Аллах, сказал: Я объявляю войну, враждающему с тем, кто близок ко мне. То есть, тот, кто враждует с тем, кто близок ко мне, мой вали, аулия, мой близкий друг, если человек с ним кто-то враждует, то я ему объявляю войну, говорит, тааля любимейшим из всего, чтобы не сделал раб мой в стремлении, в стремлении приблизиться ко мне. Является для меня то, что я вменил Ему в обязанность, и будет раб мой стараться приближаться ко мне, делая больше положенного, больше фарда, на вафель, пока я не полюблю Его. Когда же я полюблю Его, то я стану Его слухом, посредством которого Он будет слышать, Его зрением, посредством которого Он будет видеть, Его рукой, которой Он будет хватать, Его ногой, с помощью которой Он будет ходить. И если он попросит меня, меня о чем-нибудь, о чем-либо, я обязательно дарую ему это. А если обратиться ко мне за защитой, я обязательно, обязательно защищу его. И ничего из совершаемого мною не заставляет меня колеблиться в такой мере, как необходимость забрать душу верующего, не желающего смерти. Ибо я не желаю ему зла, говорит Аллах.